Привет, привет. Как слышно? Хорошо, здравствуйте. Здрасте, вот так. Мы с вами уже, Татьяна Владимировна, как Гагарин в 61-м году, понимаешь, да, общаемся. Кто мог подумать в годы моего детства, что у нас тут будет, да. Будем прямо как Юрий Алексеевич Гагарин. Как земля, земля, как слышите, да? Здравствуйте. Так, вот, хорошо. Ну, раз Здравствуйте. Варвары есть, значит, дело пойдет. О, а то Андрей Львович, наверное, беспокоится больше всего, будет ли Варвара. О, гость программы, да? Ну, хорошо. Так. Я на всякий случай включил эту фильтрацию комнаты ожидания. Ну, не знаю, не всегда, может быть, мы будем это делать. Здрасте, Андрей Львович. Здравствуйте. Слышно нас? Здрасте, Андрей Львович. Здравствуйте, коллеги. Слышно меня, да? Здрасте, слышно и видно, Здравствуйте, да. спасибо. Вы как раз в самом центре экрана, мы вас приветствуем, и вот сейчас собирается народ. Тогда мы уже в 4 часа официально начнем. Сейчас еще несколько минуток на сборы. Здесь у нас желающих было много. Будем надеяться, что... Ну, кто-то, конечно, опоздает. Елена Геннадьевна, директор наш, сказал, что она придет, но позже. Сейчас я с ней общался по телефону. А молодежь должна быть пораньше, в том числе из Имли хотели быть Акимова, Аня, Кноры. Так, вот Роман. Хорошо. А вы мне дадите разрешение на демонстрацию экрана? Да, Или вы сами будете конечно. демонстрировать? Нет, давайте мы попробуем лучше вас сделать соорганизатором, значит, Алексей Андрей Львович. Владимирович, Да. простите, пожалуйста, что перебиваю. Вы можете вот здесь, около кнопки общей демонстрации экрана, у вас должна быть маленькая стрелочка сбоку. И там есть Да. расширенные настройки демонстрации экрана. И там вы можете позволить всем участникам конференции демонстрировать экран, чтобы не передавать вот это право организатора. Но, Даш, спасибо тебе. Я сделал и то. Вот сейчас у меня несколько участников могут осуществлять демонстрацию одновременно, стоит раз. И второе, сейчас я... Так, сейчас всех Там принять, в всех зале принять. ожидает уже 6 человек, Алексей Да, Владимирович. я вижу, вижу, вижу. Вот. И второе, значит, я поставил Андрею Львовичу как соорганизатор. Я надеюсь, что это сработает сейчас, наша система. Но я пока не подключаю, да, все-таки? Вы мне скажете, когда подключать. Ну да, наверное, сейчас мы здесь главную роль будет играть Татьяна Владимировна по запуску у нас. Я сейчас несколько слов приветственных скажу, но дальше Татьяна Владимировна будет Я командовать тоже несколько регламентом. слов. Андрей Львович больше будет Но ведущий. Андрей Львович, когда? Как у нас главный это сам мастер-класс, я имею в виду организационно, сейчас мы... Так, Тамара Дмитриевна из Саратова, из университета Чернышевского, профессор наш друг подключается. Так. Наверное, если вопросы будут, то лучше их в чате задавать, а я потом отвечу. Да, точно, кстати, хорошая мысль. Да, сейчас мы тогда это озвучим. Вот. Так. Тамара Дмитриевна, удалось войти? Наш, слышите? Спасибо, слышу. Так, ну вот, Слышу я хорошо. рад вас приветствовать, что вы с Здравствуйте нами, всем. надеюсь, не последний раз. Да, сегодня Андрей Львович ведет мастер-класс в будущем. Может быть, кого-то когда-то вас попросим тоже в такой роли выступить. Мы очень рады сотрудничеству. Так, по-прежнему у нас еще присоединяются, поэтому я не начинаю. Так, 21 Спасибо. человек, у нас Спасибо большое. 22 человека. С интересом, да, хотела послушать. Да, там, Дмитрий, добро пожаловать, рады вас видеть. Так, Анастасия Леонтьева, пока идут, идут, идут у нас наша молодежь. Ну вот только 4, поэтому, собственно, все и присоединяются.
Да, 4 часа ровно на моих часах. Сейчас у нас 22 участника уже. 23 уже. 23, да? Даже, а 24, да? Вот уже. А Полина, да, Полина. 25. Полина, так, идут к нам. Так, в чате нас Настя Филенко приветствует. Здравствуйте. Здравствуй, Настенька. Спасибо, что вы с нами. Алексей Владимирович, вы прям, похоже, работали где-то все-таки, на радио, что ли? Нет, я работал, снимал только фильмы на телевидении, как я вам похвастался, когда мы решили фильм о лосе делать. А как диджей. А на радио нет, меня приглашали. Но вы знаете, с телевизионщиками я потом как-то расстался, потому что они какие-то очень нахальные и беспардонные, и мне было с ними неуютно. Я освоил эту профессию, но дальше я решил, нет, лучше уж в своем кругу, где работают словом письменно. Так, ну что, давайте начинаем. Время дорого. Я буду подключать тех, кто еще к нам пришел. У нас уже где-то 26 человек, да. Дорогие мои, мы сегодня начинаем школу молодого ученого под эгидой нашего Центра русского языка и культуры имени Лосева, Института филологии МПГУ. Инициатором этой программы стала заместитель директора центра Лосевского Татьяна Владимировна Говенько, которую я представляю тем, кто ее еще не знает, хотя большинство знает и работает с ней. А Татьяна Владимировна работает много лет с уважаемым Андреем Львовичем, который у нас уже бывал в Лосевском центре. Вот Андрей Львович Топорков, член-корреспондент Академии наук, доктор филологических наук, возглавляющий отдел фольклора в Институте мировой литературы. И мне было очень приятно, что он однажды уже вот воочию, в реальном, как теперь говорят, режиме проводил в Лосевском центре у нас на Усачевке тоже вот такую молодежную секцию на одной из конференций. Поэтому вот мы просили Андрея Львовича открыть эту школу молодого ученого, показать методически, как это будет проходить, чтобы это было первым, но не последним мероприятием, и мы могли продолжить после каникул и сессии. Ну и сейчас я предоставляю кратко слово Татьяне Владимировне, чтобы она как организатор этого мероприятия сказала нам несколько слов, а потом Андрею Львовичу, пожалуйста. Спасибо большое. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы действительно испытываем очень большую радость за то, что у нас теперь в Институте филологии появилась своя школа молодого ученого. Ну, для наставников, как вы понимаете, это важно не менее, чем и для молодых ученых, потому что обучаясь, учимся сами, а для молодежи, потому что так проще найти единомышленников в этом непростом, сложном мире, потому что так проще определиться с направлением деятельности, которое вы потом выберете в науке и в той области, которой вы хотели бы заниматься в дальнейшем. Благодаря нашим семинарам, как мы очень надеемся, вы будете расширять свои базовые историко-филологические познания, философские познания, научитесь пользоваться научными приемами и методами. Ну и, наверное, самое главное – это то, что здесь мы сможем все друг с другом делиться, вот делиться как дети, да, искренне и честно своими научными открытиями, результатами своих разысканий. Вы знаете, это действительно очень важно, и этого иногда просто люди как-то стесняются, боятся, да, публично выступать. Но надо сказать, что вот еще Александр Николаевич Веселовский, которым я долгие годы занимаюсь, и уже просто, вот не знаю, как подмастерье его, да, в некотором смысле, он часто говорил своим студентам, что наука начинается с вопросов. Вот чем больше вопросов возникает у вас к объекту исследования, чем больше вопросов возникает к вам, ваших коллег, тем больше счастья на самом деле от этого, да, потому что тем полнее и понятнее станет и для вас, и других то, чем вы занимаетесь, та область, которую вы выбрали. Чем больше вопросов, тем шире горизонты, тем глубже проникновение в смысл. И мы очень рады, что вот в рамках встреч, которые будут проходить в нашем центре традиционно, мы так подумали, чтобы всем было удобно, в первую пятницу каждого месяца, кроме вот января. Тут все-таки, конечно, мы уважаем эту неделю, что вы должны проводить ее с семьей, новогодние праздники.
Вот, а так вот каждая первая пятница в 16:00 у нас будут проходить вот такие удивительные мастер-классы, встречи с выдающимися деятелями науки и с теми ребятами, которые подготовили доклады в рамках тем. Вот следующая тема будет, например, икона, да, в русской культуре и литературе в феврале месяце. А в марте театр, то есть вот тоже, да, в разных своих проявлениях, поэтому записывайте, задумывайтесь уже, кто будет выступать, присылайте свои заявочки. Вот. Ну и последнее, что хочу сказать, конечно, для нас, для всех большая честь, что первое заседание согласился вот быть с нами Андрей Львович, и за это ему, конечно, низкий поклон. И тема действительно очень интересная, которую он нам с вами предложил для обсуждения. И сам он, конечно, человек самых разносторонних знаний, то есть и занимается и славянским фольклором, и славянской этнографией, и русской литературой, и историографией, поэтому вот я сама лично очень счастлива, что уже 26 лет работаю с Андреем Львовичем в одном отделе, и постоянно у него учусь не только каким-то новым научным методом и приемом, но и личностным качеством, вот, поэтому очень надеюсь и верю, что вы тоже сегодня с большой пользой проведете время. Спасибо. Я, наверное, теперь передам слово вам, Алексей Владимирович, да? Я как раз передаю слово Андрею Львовичу, которого только что представили. Демонстрацию, да, экрана включили? Да, Андрей Львович, вы и соорганизатор, и имеете право демонстрации, как Даша нам посоветовала. Я выставил эти опции все. Так что сейчас попробуйте включить демонстрацию, а мы скажем, что мы видим. Так, вот я включил демонстрацию экрана, и что дальше я должен включить? А дальше вам надо просто на своем рабочем столе вот найти и включить ту программу, PowerPoint, наверное, да, на презентацию, которую вы присылали. Так, вот пошло, да. Я вижу, Андрей Львович, как Татьяна Владимировна, видим? Да, я тоже вижу, да. Отлично. Так, я сейчас попробую. Экран, наверное, только надо, Андрей Львович, вам расширить, чтобы на весь экран. Вот, да, вот видно отлично. Прекрасно, значит, спасибо. Да, хорошо. Значит, речь пойдет об истории фальсификации произведений русского фольклора. Ну, и я предполагаю примерно в таком режиме работать. Я несколько слов скажу об исторических подделках. Вот в 2002 году мы издали такой коллективный труд, рукописи которых не было подделка в области славянского фольклора. И, собственно, основное содержание моего выступления – это вот три периода массового создания фальсификатов на фольклорной основе. Значит, я хочу обратить внимание на то, что бывают такие периоды в истории культуры, когда вот производство фальсификатов, то есть не аутентичных подлинных записей фольклора, а таких текстов полуфольклорных, парафольклорных или стилизованных под фольклор, вот это производство, оно приобретает такой массовый характер. И что особенно важно, что эти тексты не только сочиняются, но они оказываются востребованы обществом. То есть их читают, цитируют, переиздают большими тиражами. И, ну, по принципу, знаете, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. То есть по какой-то причине общество оказывается готовым к восприятию вот этих фальсификатов в массовом количестве. Ну и вот если мы берем, собственно, историю русской культуры, да, за последние там 200 лет, то явственно перед нами выступают три таких периода, когда вот производство таких парафольклорных текстов приобретает массовый характер. Значит, первый период – это 1830-1840-е годы. Ну и условно можно его назвать период романтический или период донаучный. То есть, что характерно для этого периода, что науки о фольклоре еще не существует, произведения народного творчества, описания мифологии, обрядов в основном публикуют дилетанты, то есть люди, которые не получили специальное университетское образование. И вторая характерная черта
этого периода, что в значительной степени публикация фольклора совпадает с литературной деятельностью. То есть очень многие публикаторы фольклора, как Даль, например, да, Сахаров и другие, значит, они параллельно являются писателями. То есть переработка фольклора, создание художественных произведений на основе фольклора, как у Гоголя, например, да, вот «Вечера на хуторе близ Диканьки», это совершенно органичная и естественная часть культуры. Значит, второй период – это 1930-1940-е годы. Это как раз период, который через 100 лет наступил. Это период так называемого, ну, собственно, можно его назвать сталинский период. Он отмечен созданием так называемого советского фольклора. Значит, ну, что такое советский фольклор? Да, он появился, собственно, в 30-е, 40-е годы, ну, и со смертью Сталина он сошел на нет, а позднее наступили уже его разоблачения. Но вот в наше время, последние десятилетия, он снова привлек внимание публикаторов и исследователей. И надо вообще отметить, что современная такая тенденция заключается в том, что ученые стараются не разоблачать вот этот парафольклор, они стараются его понять, рассматривают его как некую такую специфическую, как некий специфический вид творчества. Значит, ну и вот третий период, это, собственно, вот период, в котором мы сейчас живем, можно его назвать периодом постсоветским или периодом сетевым. Собственно, что для него характерно, это то, что фольклор перемещается в интернет. И фольклор становится безымянным. И приобретает такой массовый характер коммерциализации. То есть появляется множество изданий, целью которых является не публикация аутентичного фольклора, а зарабатывание денег, собственно, на вот таком парафольклорном материале. Ну и вот в современном периоде, собственно, мы можем выделить три таких основных потока. Это тексты паранаучные, значит, то есть тексты, которые выдаются за памятники там, древней истории, тексты неоязыческие. Вот, ну, неоязычество приобрело такой широкий размах в настоящее время, и как раз неоязычники активно используют и фольклорные тексты. И тексты, связанные с практической магией и целительством. Да, это вот книги там какой-нибудь сибирской целительницы, алтайской целительницы, там, карельской целительницы. Вот. И если вы пойдете там, в какой-нибудь книжный магазин, да, московский, вот, например, в «Библиоглобус», то вы увидите там целые полки, заставленные вот изданиями там, сибирской целительницы Натальи Степановой. Это десятки, даже сотни изданий, вот, которые выдаются, опять-таки, за фольклорное наследие, хотя к нему, конечно, косвенное отношение имеет. Вот. Ну и в заключение, собственно, я попытаюсь наметить три таких основных критерия, согласно которым мы можем попытаться определить фальсификаты в области фольклора. Значит, надо сказать, что вот литература об исторических подделках, она очень велика. Ну и понятно, почему для историков это такой принципиальный характер имеет. Значит, если мы хотим описать историю там, какого-то периода или воссоздать, скажем, там, славянское язычество, то принципиальный вопрос о том, на каких источниках мы, собственно, основываемся. Вот. И существует громадное количество подделок исторических источников, фальсификаций. Вот, причем их историю можно прослеживать, там, начиная еще с эпохи Средневековья, собственно говоря, с подделки завещаний, исторических документов, различных актов. Значит, потом это разные псевдоисторические сочинения, псевдохроники. Значит, ну, в XVIII веке такой очень сложный вопрос, это вопрос об источниках истории Татищева. Вот, и в XVIII веке также появляются знаменитые песни Оссиана. Вот, ну, появляются они в Англии, но они создают целую эпоху. Да, это, они переводятся на европейские языки, в том числе в России они переводятся. И, собственно, вот это период
там, конца XIX века, иногда даже называют эссиановской эпохой. Ну вот, пожалуй, основной автор, исследователь вот, нашего времени – это Владимир Петрович Козлов. Вот у него есть книги «Тайны фальсификации». Значит, это подделки 18-19 веков и также подделки 20 века. Это «Обманутое, но торжествующее Клио». Вот. Но есть большая литература о Велесовой книге, да, вот, о которой сегодня будет у нас доклад. О протоколах сионских мудрецов, конечно. Вот. Значит, ну, а вот если мы, так сказать, к области наших интересов обратимся, да, к фольклору, литературе, то, собственно, единственное вот такое монографическое исследование, которое вот мы подготовили в 2002 году, ну, это там коллектив исследователей работал, называется «Рукописи, которых не было, подделки в области славянского фольклора». Ну, это вот такая серия издательства «Ладомир», которая называется «Русская потаенная литература». Вот, и, собственно, в нашей книге три раздела. Вот первый раздел подготовлен Людмилой Павловной Лаптевой. Ну, она известный исследователь истории славистики. К сожалению, она ушла уже из жизни. И, собственно, этот раздел посвящен Краледворской и Зеленогорской рукописям и их русским переводам. Значит, о чем идет речь? Вот в 1810-е годы были обнаружены якобы, да, вот две рукописи средневековые чешские, которые потом тоже переводились на все европейские языки, многократно переиздавались, в том числе и на русском языке. Вот, и они давали большую информацию о средневековых чешских обычаях, об исторических фактах. Ну и, в общем, конечно, с самого начала были подозрения, что это фальсификаты, но история разоблачения этих фальсификатов заняла многие десятки лет. Дело в том, что человек, который вот создавал, собственно, эти фальсификаты, ну, он был не один, у него были и помощники, но главным образом все-таки это создателем их был Вацлав Ганка. Вот, и вот в его лице, Вацлава Ганки, соединялись вот такие совершенно, как говорится, разные качества. Да, он был поэтом, он был филологом, причем прекрасно подготовленным славистом и лингвистом, и знатоком фольклора, литературы. И он одновременно был хранителем Народного музея в Праге. Вот. Ну и эти фальсификаты действительно имели такой высокопрофессиональный характер. Он брал средневековые пергаменты, соскребал сверху те тексты, которые были написаны, по средневековым, значит, рецептам делал чернила, наносил эти чернила на пергамент и потом отправлялся как сотрудник Народного музея, вот в частности в Кралий двор, местечко, да, ну и как это великое открытие происходило. Значит, давайте осмотрим, да, вот один человек пойдет на чердак, другой пойдет в подвал, а я посмотрю, что вот в этом сундуке хранится. И вот, значит, пока все разошлись, он открывает этот сундук, кладет туда рукопись, вот, и эврика, значит, найдено вот великое средневековое произведение, которое потом десятки лет будут изучать, на его основе будут писать исторические сочинения, переводить его на все языки и так далее. Вот. Ну и вот разоблачение эту рукопись оказалось на самом деле очень сложным, потому что вот, по мере того, как развивалась наука, да, и смогли сделать химический анализ чернил и изучить палеографические, да, то есть вот, собственно, технологию того, как сама надпись это наносилась. Вот. Ну и, в общем, впоследствии, конечно, интерес несколько сместился, собственно, от проблемы фальсификат это или аутентичный текст к проблеме литературных достоинств, особенностей этого текста, тем источникам, которые Ганка использовал и так далее. Потому что вообще фальсификат можно тоже изучать как исторический источник, только не средневековый, а вот в данном в случае 1810-х годов. Ну и, собственно говоря, Вацлав Ганка, какими соображениями он руководствовался? Да? Вернуть чехам их древнюю историю,
воссоздать утраченную мифологию. Вот. То есть он не стремился к наживе, а он руководствовался вполне как бы такими благородными патриотическими соображениями. Значит, вторая часть нашей книги относится как раз вот к периоду 30-40-х годов. Это вот первый, собственно, период. Да, вот мы можем говорить о переводах вот этих подделок Ганке как о таком донаучном периоде. Да? Значит, вот первый период, собственно, ну, два основных фальсификата. Это вот Древлянский, да, ну, настоящая его фамилия Шпилевский Петр Михайлович, и его произведение называется «Белорусские народные предания». Вот, значит, ну и вот третий период, советский фольклор, значит, его подготовила Татьяна Григорьевна Иванова, и, собственно, в этой книге представлены произведения разных жанров. Да, вот традиционные плачи с элементами советской идеологии, плачи о Ленине, о Кирове, Горьком, Крупском, новины. Да, то есть вот были как бы былины, а в советский период появились новины. О Сталине, о гражданской войне. Значит, в чем особенность этих текстов? Как правило, фольклорист выступал здесь в соавторстве с фольклорным исполнителем, как литературный консультант. Да, то есть он ему подсказывал темы, да, то есть, ну, например, типовая ситуация, когда вот начинает, значит, какой-то там исполнитель деревенский, да, сочиняет плач, приходит к фольклористу, и фольклорист ему объясняет, как именно ему нужно создавать, значит, это произведение. Ну и, собственно, вот существовал такой странный несколько лозунг: фольклорист – могильщик фольклора. Собственно говоря, в чем его смысл, да, что вот традиционный фольклор там, с духовными стихами, там, заговорами, религиозными легендами, что все вот это буржуазные, значит, пережитки, с ними надо покончить, а надо создать новый фольклор, и надо, вот, чтобы этот фольклор пошел в массы, чтобы вот люди, значит, в деревнях осваивали вот эти, значит, советские тексты. Вот. Ну, если мы так вот коротко пробежимся по этим трем периодам, да, вот что характерно для первого периода, значит, появление общего интереса к проблемам народности, древности, мифологии, открытие устного творчества сельского населения, массовое обращение писателей к фольклору. То есть, если для XVIII века характерно отношение к народному творчеству, как вот, ну, к чему-то очень несовершенному, да, это вот подлое что-то, недостойная, да, то эпоха романтизма, она как бы переворачивает эту систему ценностей. Выясняется, что как раз вот эти там, старушки какие-то деревенские, что они вот являются хранителями древних традиций, высокой поэзии средневековой и так далее. Вот. Значит, первые собиратели и публикации фольклора – это преподаватели университетов, писатели, учителя, помещики, врачи, чиновники – священники, часто они выходцы из провинции, вот, и, собственно, методика там сбора, публикации, работы с вариантами, она, конечно, еще не существует, только начинает разрабатываться. Значит, не различаются публикации фольклора и художественные произведения на темы народной жизни, вот, ну, и вот можно сказать, что фольклорные фальсификаты эпохи романтизма представляли собой своеобразные литературные фантазии на фольклорные темы. Фактически материал щедро приукрашен вымыслом, разбавлен фантастическими добавками, билетаризирован, намеренно архаизирован. Ну и вот центральная фигура, конечно, этого периода – это Иван Петрович Сахаров. Вот, ну, такая очень несовершенная его, значит, изображение его. Сам он из семьи священников, из Тулы. Приезжает в Москву, заканчивает медицинский факультет университета и потом переезжает в Петербург. И он параллельно, вот у него была типография своя, он публикует там, значит, ну, чего он только не публиковал, и путешествия русских людей, и сказания русского народа, песни русского народа, сказки русского народа. Значит, он был чрезвычайно широкими интересами.
Вот. Но основное его сочинение, значит, оно называется «Сказания русского народа». Это вот такие большие тома. Начал он сдавать его еще при жизни Пушкина в 1836 году. Кстати, с Пушкиным он общался, вот, и Пушкин очень интересовался этими текстами. Вот. Ну, он переиздается и ныне гигантскими тиражами. Вот, значит, ну, тут вот приведены некоторые его издания современные, хотя их, конечно, гораздо больше. Ну и вот просто для того, чтобы понять, как он, собственно, работал, можно привести вот такой пример. Значит, Григорий Парихин, это купец из Тихвина, он присылал материалы Сахарову, и Сахаров их перерабатывал. То есть, вот, например, он присылал ему заговоры, и вы видите, вот перечеркнуто здесь карандашом, что-то там вычеркнуто, что-то надписано. То есть текст очень существенно переработан. И вот если мы сравним, вот слева это текст, который опубликован, значит, в «Сказаниях русского народа», а справа это текст, как он выглядел у Парихина. То есть мы видим, что текст, во-первых, он стал меньше в два раза, вот, и во-вторых, в нем очень много исчезло. Да, вот, например, у Парихина текст начинался «Господи, Боже, благослови». Слева нет этого «Господи, Боже, благослови». Да? Там «Покорюсь самому Христу, Царю Небесному и Матушке Богородице и всем небесным силам». Значит, если мы посмотрим в тексте опубликованном, то там нет никакого Христа, нет никакой Матушки Богородицы. Вот. И, собственно, ну, мы можем вот еще один текст посмотреть. Видите, здесь тоже там половина вычеркнута. И вот, собственно, текст слева опять опубликованный, справа в рукописи. Мы видим, что он сокращен примерно в два раза. Ну и, собственно, в чем смысл этого сокращения? Мы сейчас просто не можем так подробно это анализировать. Вот. Но смысл в том, что текст вот такой полумолитвы, полухристианский, какой он был изначально, он превращается в текст языческий, в котором нет вообще никакого христианства. Ну и Сахаров снимает указания на место записи, на ритуальный контекст, он снимает молитвенные формулы, христианские персонажи исключаются. Вот. Ну и в то же время он там что-то добавляет от себя. Причем интересно, что современники, в общем, догадывались о том, что он делает с этими текстами. Ну и вот в частности, значит, в переписке с Погодиным Сахаров писал: «Теперь отвечаю вам на ваши замечания». Вот, к сожалению, письма Погодина не сохранилось, и мы только ответное письмо имеем Сахарова. То есть в этом письме Погодин упрекал Сахарова, зачем он вот, делает свои издания беллетристическими. Он писал: «Вы пишете, зачем я занимаюсь украшением сказаний, делаю издания беллетристические. Неужели вы не знаете времени и отношений, направления, к чему нас ведут? Меня уже горький опыт научил», и так далее. То есть он ссылается на цензурные препятствия, на то, что вот такие христианизированные тексты, в которых христианство совершенно неподобающим образом представлено, да, где там Богородица может там сковородкой кого-нибудь накрывать, вот, что они не могли появиться в печати. То есть одна из причин, собственно, почему Сахаров перерабатывал тексты, это связано с тем, что ему просто надо было обойти цензуру каким-то образом, хотя это не единственная причина. Ну и вот Шпилевский, он был известным журналистом, сам он был выходцем из Белоруссии. Вот. И он действительно знал и белорусский фольклор, и белорусскую культуру. Вот. Но в своих вот сочинениях, ну, основное его сочинение — «Белорусские народные предания», значит, в трех частях было опубликовано в 1946 году и в 1852 году. Он неоднократно, эти все книги переизданы и в наше время. Вот. И, значит, он создавал такую белорусскую мифологию. Там описаны 52 белорусских божества. Вот. Ну, вот в нашем издании очень подробно описано, как создаются эти мифологические фантомы. Что-то он выдумывает. В каких-то случаях он непонятные слова, там, песен, каких-то других текстов выдает за имена богов. Но многое это просто вот такое фантазирование на почве народных верований, мифологии. Вот. И
Некоторые мифологические его фантазии, они, в общем, очень увлекательные. Значит, сталинский фольклор, вот, ну, мы о нем говорили уже, вот можно назвать целый ряд изданий, в которых он был отражен. Это, например, «Творчество народов СССР» 1937 года, «Сказания о героях Арктики», «Киров. Народное творчество», «Сказы и плач о Ленине» и так далее. Ну и вот если для первого периода центральной личностью был Сахаров, то для второго периода это Марфа Семеновна Крюкова. Собственно, она сама деревенский житель. Значит, жила она в деревне Нижняя Золотица Архангельского уезда, Архангельской губернии. Вот. И она была очень таким плодотворным исполнителем. Она, кстати, из семьи исполнителей была, и мать ее была исполнительницей, и дед был исполнителем. Вот. И вот, собственно, на основе ее сочинений, да, таких полуфольклорных, полулитературных, появилась целая литература, вот, ее книжки издавались. То есть, по существу, она была принята в Союз советских писателей. То есть это вот такое уже полулитературное, полуфольклорное творчество. Ну вот в качестве примера я приведу вот ее «Плач. Каменная Москва вся проплакала» 1937 года. Это один из первых таких парафольклорных текстов, которые она сочинила. «Как пришла-то вместе с горок все, как не стало у нас красно солнышко, как и той луны поднебесные, золотой звезды все блестящую, как не стало вождя всей Россиюшки, дорогого у нас товарища Ленина, как Владимира да Ильича-то свет». То есть понятно, что как бы способ сочинения текста традиционный, фольклорный, а содержание вполне модернизированное, да, то есть это плачи на смерть там, разбившихся летчиков, Кирова и так далее. Вот. Ну и такие тексты, они порождались просто сотнями. И надо сказать, что вот для самих исполнителей это, в общем, были очень важные такие моменты их жизни. Их возили в Москву, в Кремль. Да? То есть, ну, представляете, вот для деревенского жителя, который никогда в жизни из своей деревни не выезжал, возможность вдруг гулять по Красной площади, посещать мавзолей Ленина там. Вот, то есть, вот я встречался с некоторыми исполнителями, которые во всем этом участвовали, вот, и они, конечно, с восторгом вспоминали эти поездки, как принимали, как их, значит, как им показывали Москву и так далее. Ну и вот третий период, вот, собственно, который наступил после 90-го года, да, что для него характерно? Отмена цензуры, как вы понимаете, при советской власти вообще все это было бы совершенно невозможно. Значит, ну и вот иногда это формулируется как принцип качелей, да, то есть понятно, да, качели в одну сторону, в другую сторону. Значит, вот все, что ранее было запрещено, теперь стало самым интересным. Вот все, чем нельзя было заниматься до 90-го года, вот все это стало в центре внимания фольклористов в, значит, 90-е годы. Значит, ну вот в советский период целый ряд жанров вообще не публиковался, не изучался. Там заговоры, духовные стихи, былички, религиозные легенды, там какие-нибудь садистские стихи, там страшилки и так далее. Вот, значит, теперь все это публикуется, изучается. Вот. Второе – это коммерциализация издательской деятельности, то есть появляются частные книгоиздательства, и для них, собственно говоря, проблема аутентичности, достоверности – это вообще последнее дело. То есть если есть спрос, значит, появляется предложение. Вот. И вот те книги, которые считались там ненаучными, издания там Сахарова, вот была еще такая книга «Забыли на русский народ», вот все они теперь издаются миллионными тиражами. Вот, значит, появляется такой эффект снежного кома, да, то есть когда вот все эти авторы-фальсификаторы ссылаются друг на друга, и какой-нибудь там фальсифицированный текст повторяется десятки раз, и человеку даже в голову не придет, что это текст, придуманный там в 1836 году и потом просто много раз воспроизводившийся. Ну и возникает как бы вот такая социологическая ситуация своеобразная, да, что есть знания для ученых, знания для немногих, да, вот для профессионалов, и мы знаем, что там, что вот там, не знаю, Сахаров был фальсификатором, Забылин публиковал там тексты тоже неизвестно кого. Вот. А большинство читателей этого не знает, и главное, знать не хочет. Им, в общем, все равно, да, вот если там
человеку нужен, там вот девушка хочет, чтобы ее парень полюбил, да, она берет интернет, там пишет любовный заговор и скачивает его. Откуда взялся этот любовный заговор? Кто его сочинил? Это аутентичный текст, неаутентичный? Для девушки это абсолютно все равно. Вот. Значит, третье – это появился общественный запрос на знание русской славянской мифологии, о языческом фольклоре. И главным образом его этот спрос удовлетворяют, конечно, не ученые, которые пишут там засушенным языком, с большим научным аппаратом, значит, скучные книжки, которые издаются тиражом 100 экземпляров и потом десятилетиями стоят, потому что никто их не покупает. Вот. А вот авторы фэнтези, неоязычники, да, которые организуют ритуалы, вовлекают целенаправленно людей в свою деятельность, да, вот это, конечно, имеет больший успех. Значит, четвертое, возникает общий интерес к эзотерике, народной медицине, магическим практикам. Ну и, соответственно, появляются люди, которые этим занимаются, да, которые на этом делают свой бизнес, экстрасенсы, целители. Значит, распространяется магическая литература не как вот ученые печатают, да, там печатают собрание заговоров для специалистов, да, в области филологии, истории литературы. Вот. А тут печатаются заговоры вот именно для того, чтобы ими пользовались, для того, чтобы девушку полюбил парень, чтобы, значит, бессонница, значит, не мучила, чтобы ребенок не плакал. Вот. Значит, ну и пятое, вот гигантское распространение разных популярных изданий, и появляются, конечно, новые средства распространения информации, интернет, телевидение, вот канал ТНТ, например, просто специализируется на пропаганде экстрасенсов и всего, что с этим связано. И появляется такая гигантская читательская аудитория многомиллионная, значит, которая вот всю эту продукцию с восторгом потребляет. Вот. Причем надо сказать, что это не только в Российской Федерации происходит, но и во многих других странах. Вот такая социологическая ситуация своеобразная, когда есть как бы знания для толпы, знания для миллионов и знания для, значит, специалистов. И вот эти два типа знаний, они почти не пересекаются друг с другом. Вот. Ну и вот если говорить о текстах паранаучных, таких или квазинаучных, то здесь центральная фигура – это Александр Игоревич Асов. Вот. Ну, он несколько псевдонимов имеет – Бусов или Бус-Кресень, 64-го года рождения. И вот он один из основных пропагандистов Велесовой книги. Он и писатель, и журналист. Вот. Ну и, собственно говоря, десятки его книг можно назвать. Вот, например, «Русские веды», «Песни птицы Гамаюн», «Велесова книга», «Реставрация», «Перевод и комментарии Буса Кресеня», «Китежград», «3000 год от исхода из Семиречья», или «Славянские руны» и «Баянов гимн». Ну, «Баянов гимн» вообще сочинил когда-то еще Сулакадзе в начале XIX века. «Песни Сирина», «Извод Баяна», «Китежград» и так далее. Вот. То есть это такая писательская переработка фольклора, вот, но она выдается не как литературные тексты, да, то есть не как сочинение, не претендующее на истину, а как воссоздание, значит, вот утраченной славянской мифологии. Ну, вот единственную фотографию в интернете я нашел Асова, вот, ну, многочисленные его книги, вы видите, даже по оформлению, они очень красивые, с картинками, рассчитаны именно на то, чтобы привлечь, значит, взгляд покупателя. Ну, вот я в качестве примера привел вот песню «Птицы Гамаюн», первый клубок. «Разгулялась непогодушка, туча грозная поднималась, расшумелись, преклонились дубравушки, всколыхалась поле ковыль трава, то летела Гамаюн, птица вечная, с восточной со сторонушки», ну и так далее. То есть, опять-таки, мы видим, что стилистика используется фольклорная, но в данном случае нет никакой модернизации, а есть, наоборот, архаизация. Да? То есть появляются вот эти славянские разные, значит, персонажи языческие. Значит, тексты неоязыческие, ну вот, собственно, такой, вообще их много, этих неоязычников, сочиняющих такой парафольклор,
Ну, вот один из них, наверное, наиболее талантливый – это Волх Велеслав Илья Черкасов. Вот сам он себя называет верховода русской славянской родноверческой общины родолюбия. Вот. Ну и тоже, вот видите, в отличие вот от ученых, которые там книжку за 10 лет пишут, вот эти авторы пишут по несколько книг в год. Вот. Ну вот, например, «Родноверческий искон», «Святорусия», «Вещий словник», «Славление родных богов», «Веда заговоров», «Славянская книга мертвых». Вот. То есть, в принципе, вот такой тип творчества, он позволяет, вообще говоря, создавать книги таким поточным методом. Ну, вот видите, так внешне, конечно, это совсем уже другой вариант, да? Здесь свастика обыгрывается, все они черного цвета, но в данном случае они, конечно, скажут вам, что это не фашистская свастика, а что это древнеязыческий символ. Ну, вот в качестве примера я могу привести вот «Веда заговоров», «Славянский заговорник». «Стану аз, внук дождь Божий, имя рек, благословясь, выйду к богам родным обратясь, пойду из дверей дверьми, из ворот ворот, медовое чисто поле, где ветры быстро, стребожичи исты». То есть, ну, уже понятно, что это такое, да, то есть эти заговоры, они обычно такие полухристианские, полумолитвенные тексты. Здесь вот вся эта языческая начинка отброшена, и, значит, вместо там Христа, Богородицы, появляются стребожьи внуки, дождь Божий сын там и так далее. То есть тексты превращаются в тексты языческие. Ну и последнее, вот тексты, связанные с практической магией и целительством. Здесь, конечно, центральная фигура – это Наталья Ивановна Степанова, сибирская целительница, легенда отечественного интернета, ворожея, колдунья, автор многочисленных книг. Вот. Но надо сказать, что вот книги под ее лейблом, они появляются примерно раз в неделю. Вот. Это совершенно гигантская литература. Вот. Ну, я вот аннотацию такую скопировал о ней. Значит, надо сказать, что насколько вот именно сама она создает все эти тексты, конечно, это может вызвать большой вопрос. То есть, скорее, это такой коммерческий проект, в котором принимают участие, значит, многие люди. Ну и вот эти тысячи там, или десятки тысяч текстов, которые под ее именем публикуются, вот они как бы выдаются за вот какое-то ее наследственное, значит, достояние, которое ей перешло, значит, от ее там бабушек. Вот. Но на самом деле это такие модернизированные тексты, где там есть и аутентичные тексты, есть тексты переработанные. Да, вот я некоторые названия выписал, но вообще их громадное количество, там 11 тысяч заговоров сибирской целительницы. То есть, если вот вы посмотрите по годам, да, в динамике эти книги, то там обычно принцип такой, что в каждой следующей книге должно быть больше заговоров, чем предыдущей. То есть там 6666 заговоров сибирской целительницы. Следующая книга – 7777 заговоров сибирской целительницы. Потом там 11 тысяч, потом будет 13, 16. То есть важно, чтобы люди эти книги покупали. Вот. Но они имеют разный объем, то есть там есть такие брошюрки совсем тоненькие. И ну, вот, всех, конечно, любовные заговоры интересуют. Да, там вот книжечка именно вот любовных заговоров, да. А другая книжечка вот именно для молодой матери, у которой вот ребеночек маленький, и надо его там успокоить, когда зубки режутся там, и так далее. Вот. То есть все это такое очень нехитрое с точки зрения вот коммерческой организации предприятие, но судя по тому, что значит, все это вот издается, раскупается, все это, по-видимому, дает какую-то коммерческую прибыль. Ну и многие тексты имеют, конечно, вот такой несколько юмористический характер, я бы сказал. То есть иногда такое впечатление, что люди, которые все это сочиняют, поскольку им приходится, по-видимому, там десятками, сотнями эти тексты сочинять, что они просто уже от усталости начинают, значит, как что-то такое юмористическое туда вставлять. Да? Ну, вот заговор от наркомании, например. Ну, понятно, что в традиционных заговорах мы не найдем заговоров от наркомании, да? Все-таки это не традиционная проблема. Скорее ты нос себе отгрызешь, чем зелье в себя вольешь. Скорее покойник из гроба уйдет, чем в тебя зелье дурман войдет. Аминь, аминь, аминь.
Вот. Значит, ну и, собственно, вот завершая, мы можем сформулировать три таких критерия для определения фальсификатов в области фольклора. Значит, первый, ну, собственно, это вопрос о том, откуда, собственно говоря, произошел этот текст, когда он был впервые опубликован. Ну и понятно, что если нам уже известно, что Сахаров был фальсификатором, а Степанова публикует тексты, значит, не фольклорного характера, то ко всем текстам, опубликованным Сахаровым и Степановой, мы уже можем относиться с недоверием. Вот. Значит, второй критерий – это степень включенности текста в традицию, то есть это единичный текст или он имеет массовый характер. Значит, фольклор вообще это такой вид творчества, который все-таки, как правило, массовое происхождение имеет, да, то есть одни и те же или сходные тексты фиксируются в разных местах. То есть если текст имеет уникальный характер, то есть мы можем определить, что его вот опубликовал там Сахаров, например, в 1736 году, а потом его десятки раз републиковали, и там в современности, естественно, что в интернете он висит безо всяких подписей. Вот, но вот проследив вот его генезис, да, к самым истокам, мы можем сказать, что если это уникальный текст по своему происхождению, то тоже он вряд ли фольклорный характер имеет. Ну и третье, собственно, мы можем оценить этот текст с точки зрения его содержания, языка, стиля. Да, вот, например, если это текст от наркомании или там заговоры трансвестита, то, в общем, можно с большой долей уверенности сказать, что это, конечно, не традиционные тексты. Вот, спасибо за внимание. Если в чате какие-то задали мне вопросы, вот, то я могу на них ответить. Так, вот пять каких-то вопросов тут есть. Это, наверное, приветствие. Мы все заслушали. А, привет. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый день. Ну, можете устно задать или можем послушать доклады, обсуждения потом. Спасибо, Андрей Львович. Вот слушая вашу интересную, конечно, для богатую материалом насыщенную лекцию, все-таки задаешься вопросом. Вот какие вы испытываете сами нравственные чувства, как ученый, изучая такие пласты? Что это такое? Явление нароста какого-то на фольклоре? И с какой целью мы это систематизируем, представляем как предмет науки высокой? Знаете, я стараюсь как ученый просто на это смотреть, да. Ученые же изучают там патологии, например. Да, вот если ученый труп скрывает, например, ну, можно его спросить, конечно, как вы к этому трупу относитесь. Да? Но это с целью излечения организмов, да? Но не того, да, который вы вскрываете. Да. Вот. А. То есть это такой просто предмет для меня научного изучения. Вот. Это определенный вид вот такого литературного, полулитературного, парафольклорного, фольклорного творчества. И вот эти явления, о которых я говорил, они на самом деле очень разные, конечно, они требуют разного инструментария. То есть вот, например, вот эти современные, значит, магические там всякие практики, они у меня вызывают, по-человечески, они, конечно, вызывают у меня отталкивание такое, негативное восприятие. Да, тяжело от этого становится. Можно сказать, тяжело, но можно сказать, что это забавно, конечно, смешно просто. Но для того, чтобы анализировать это, тут важен какой-то социологический инструментарий, потому что это относится все-таки скорее к области уже социологии чтения. Да. Вот. Это вообще уже к литературе никакого отношения не имеет. А вот эти старые всякие фальсификации, вот Сахарова, например, там, знаете, бывает, что пока ты текст воспринимаешь как вот такой полуфольклорный фальсификат и ставишь перед собой цель именно разоблачить его, да, то есть показать, что это не подлинный фольклор. Там-то действительно... То, можно я договорю, да? То ты, значит, тогда, ну, как бы... как разоблачитель выступаешь. А когда ты уже понял, что это не фольклор, а что-то совсем другое, то вдруг этот текст перед тобой открывается, ну, именно вот своими какими-то потаенными, там, неясными пластами. Ты начинаешь видеть в нем, там, не знаю, библейские цитаты
И оказывается, что вот многие тексты, которые с точки зрения фольклориста являются фальсификатами, они с точки зрения такого филолога более широкого плана, они представляют собой очень интересный такой специфический вид полулитературного, полуфольклорного творчества. Спасибо большое. Конечно, факт раз издание такого количества книг в 2017 году Степановой действительно заставляет задуматься, да, куда они расходятся, они, очевидно, и пользуются каким-то спросом, и это действительно становится немножко тревожно, даже грустно. Скажите, пожалуйста, а вот как на этом фоне, какое место занимает, ну, может быть, в вашем отделении, очень знаю, конечно, особенности ваши, Арина Федосова, известная сказительница? Ну, это знаете, вот эти... Значит, исполнители из Олонецкой губернии, они такие тексты создавали очень высокохудожественные. И это конечно, уже ну, такое индивидуальное творчество на фольклорной основе. То есть, если мы хотим, как говорится, например, изучать фольклорные причитания, да, то, в общем, неплохо, кроме Федосовой, брать, конечно, и записи от других исполнителей, они гораздо менее художественные, они меньше по объему, вот, но они именно как вот тексты фольклорные, да, они, конечно, представляют тоже интерес. А так она гениальным исполнителем была. Просто для нас, понимаете, вот такой стереотип есть, да, что фольклор – это всегда вот такое массовое творчество, что все эти тексты похожи друг на друга. А среди фольклорных исполнителей тоже были очень талантливые люди, и они создавали на вот этой традиционной канве такие замечательные художественные произведения. Так что я очень хорошо к Федосовой отношусь. Это мудрость. В чате пишут, да, я могу зачитать. Если мы говорим о фольклоре, современный фольклор... Сейчас... Что такое? Это у меня тут. Так, если мы говорим о фольклоре, современный фольклор тоже может являться фольклором с вопросительным знаком. Может ли быть современный фольклор традиционным? Скорее, конечно, нет. Но что должно произойти, чтобы точка зрения изменилась? Только время? Значит, ну, вообще есть вот такой термин постфольклор. Да? То есть это как бы вот современные формы фольклора. Ну и чем они отличаются? Они в основном распространяются в интернете. Вот, они либо вообще не совпадают с традиционным фольклором, либо представляют собой какую-то очень существенную его модификацию. Вот, это тоже изучается, тоже очень интересные такие формы. Да, там, например, городские легенды, да, или там садистские стихи, или там страшилки, например. Да, но они имеют, конечно, какие-то параллели в традиционном фольклоре, но это все-таки совершенно другое образование. Для них характерен такой интернациональный характер. Да, то есть вот эти городские легенды, например, но они по всему миру примерно одинаковые. Вот, они легко переводятся с языка на язык. Ну и, собственно говоря, поскольку все-таки все сейчас знают как-то иностранные языки, то вот эта проблема, ну, там, условно говоря, национального фольклора, да, вот фольклора как хранителя исторической памяти, для постфольклора это, конечно, вообще все не работает, это все предельно современно, актуально. Ну, собственно, вот анекдоты, да, вот, конечно, и традиционно тоже были анекдоты, но современные анекдоты, они все, конечно, замешаны на современности, да, в них действуют персонажи, вот, актуальные, политические, там, живые люди и так далее. Спасибо большое. Да, так что фольклор, он, ну, в этом смысле как бы самовоспроизводится, создаются новые его современные формы, приспособленные к новым формам социальной коммуникации и распространения. Еще вопрос, если можно, скажите, пожалуйста, а у вас есть такое направление изучения фольклора в художественных текстах? Ну, вы знаете, ну, очень много. Это просто целая литература существует. Особенно вот последние десятилетия, это, конечно, то, что связано с Серебряным веком. Там фольклоризм Блока, Ремезова, Есенина, Маяковского. Это
монографии, там, конференции. Вот. Просто очень, очень много, очень популярное такое направление. Вот одно из таких популярных направлений в рамках изучения фольклоризма – это вот изучение всяких неомифологических текстов, ну, которые тоже очень популярны были в начале 20 века. Вообще в значительной степени вот эта постсоветская, значит, фольклористика, обращенная к изучению литературных текстов, таких неомифологии, она, конечно, возрождает то, что было за 100 лет до этого. То есть это Вячеслав Иванов, там Блок, Андрей Белый, собственно, вся вот эта терминологическая, значит, рамка, да, связанная с мифологизмом, неомифологизмом, она вся была очень популярна в эпоху Серебряного века, потом совершенно забыта вот в период советский и бурно возродилась вот самые последние годы и десятилетия. Спасибо большое вам. Спасибо. Интересная работа и успехов. Удачи вам. Всего доброго. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас информация о Библии дьявола, Евангелии от Марии Магдалины? У меня матушка-историк очень заслушалась, вас интересует. Ну, всякие черные Библии там, они, конечно, существуют. Вот. Что значит информация? Ну, если интересуешься, набери в интернете, как говорится, скачай. Или... Хотя я бы вот не советовал к такого рода литературе обращаться. Значит, знаете, вот изучение вот там заговоров, там магии, вот у нас это как-то связывается с научными подходами, да, с этнографией, там, фольклористикой. А на Западе же очень распространены всякие сатанинские, значит, объединения там. Ну, собственно, они у нас, конечно, есть. Вот, ну просто на Западе гораздо более все это распространено. Вот. И это уже нечто совсем другое. Да? Я, конечно, ни в коей мере не рекомендую обращаться к такого рода текстам. Значит, Евангелие от Марии Магдалины. Значит, знаете, я как-то не очень в этом разбираюсь. Вот это имеется в виду, наверное, вот эти, значит, известные романы, да, и вот эта версия, что Мария Магдалина была там, значит, близка с Христом там и так далее. Но есть вообще и на русском языке специальные исследования о Марии Магдалине. То есть, ну, есть, собственно говоря, такая как бы гипотеза, что вот у ранних христиан, вот, собственно, в общине Иисуса, там, конечно, присутствовали женщины. И, ну, если прочитать вот Евангелие, да, просто подчеркивать, вот где появляется Мария Магдалина, то понятно, что это очень персонаж такой существенный. А впоследствии, в эпоху Средневековья, значит, как бы роль женщин старались всячески принизить, да, и оттеснить, как бы. Ну, и, собственно, это началось довольно рано, то есть вот. И для, ну, для современного общества, да, собственно говоря, вот с начала 20 века уже роль женщины совершенно изменилась. Да, вот женщины учатся в университетах, женщины голосуют, женщины имеют равные юридические права и так далее. И в связи с эмансипацией женщин, с женским движением появилось такое желание как бы восстановить вот эту роль женщины и в раннем христианстве. Вот. Но это такая большая проблема, конечно. Значит, спасибо большое. Так, скажите, пожалуйста, возможно, я не поняла до конца, в чем цель и смысл современной фальсификации, на ваш взгляд? Что преследуют его создатели, кроме коммерческого успеха, с ориентиром на аудиторию, верящую в эзотерику? Знаете, ну, это такой ведь социологический вопрос, да, то есть понятно, что разные творцы, там, или можем их назвать фальсификаторы, можем назвать их просто там творцы каких-то особых текстов. Они, конечно, очень разные цели имеют, и самое разумное было бы у них спросить, собственно говоря, зачем вы это делаете, потому что то, что я могу сказать, это, ну, мои некие гипотезы и предположения. Вот. Значит, что касается вот этой пары исторической такой литературы, значит, ну, вы знаете, у нас с историей вообще, как вы понимаете, большая проблема. И масса людей верят там в то, что
Иван Грозный и Наполеон был один и тот же человек там, и самые безумные, значит, исторические теории, они обязательно находят там своих поклонников, адептов там и так далее. Вот. И, значит, я так предполагаю, что вот создателями этих паранаучных текстов о славянских древностях, о языческих мифах там всяких, что ими их как бы ведет желание вот как бы дать себе и другим людям вот такую красивую славянскую древность. Да, то есть и где славяне были великим народом, вот, где они там завоевывали весь мир, там, и их история бы исчислялась там десятками тысяч лет. Вот, то есть, да, и у них было великое язычество, вот такая, значит, великая религия, и пантеон богов, там, и жрецы, там, и все прочее. То есть вот такая жажда красивого исторического прошлого, вот так я бы сказал. Вот, наверное, это один из стимулов. Вот. Но для неоязычников, но это вопрос вообще о неоязыческом движении. Вот оно часто смыкается с экологическим движением. Это вот возвращение к природе. Там они могут жить общинами, они совершают свои календарные ритуалы на лоне природы. Вот, они посещают совместно там какие-нибудь капища природные, там вместе, там, не знаю, купаются, загорают там и так далее. То есть для неоязычника вот такое литературное творчество, да, вот насколько я понимаю, оно все-таки не является первичным. Первичным для них скорее является вот создать определенный, значит, тип жизни, стиль жизни, погрузиться в него. И вот эти их, значит, ну, такие квазилитературные тексты, они часто включены в ритуалы, да, то есть эти песнопения исполняются во время там ритуалов, посвященных культу солнца там и так далее. Вот экстрасенсы, вот это квазимифологическая литература, но это тоже это громадный пласт культуры, бизнеса, да, это вот школа народных целителей, всякие битвы экстрасенсов, значит, целые телевизионные программы, которые там целыми днями такого рода тексты пропагандируют. Вот, но если все это в совокупности как-то обобщить, да, вот, ну, собственно, одна из гипотез заключается в том, что как бы информационное пространство общества, оно должно быть чем-то заполнено. И для, ну, скажем так, там, не знаю, властей или для людей, которые формируют там повестку жизни общества, для них, по-видимому, удобно, чтобы миллионы людей, значит, занимались погружением в великое прошлое, значит, верили в то, что их можно излечить с помощью целебной воды, значит, или попытались приобщиться к природе как источнику там какого-нибудь здоровья и, значит, чего-то такого, чем, значит, и это как бы устраивает больше, чем если они станут заниматься реальной политикой, задаваться вопросами о том, кто в чем виноват, там и так далее. Вот. Но тут разные могут быть гипотезы. Я повторяю, вот мотивация этих людей, это, конечно, самое интересное, но, по-видимому, у разных людей все-таки разная мотивация, и правильнее было бы вот провести такую несложную экспедицию внутри Москвы, да, просто найти этих людей и поспрашивать их. Так, в современной методике преподавания русского языка и литературы появляются идеи актуализации фольклора, когда ученикам предлагается по мотивам пословицы и загадки создать свой вариант. Будут ли считаться эти сочинения фальсификацией? Значит, эти сочинения будут считаться фальсификацией, если потом их опубликуют и скажут, что все это сочинили
крестьяне там, деревни такой-то в XIX веке. Вот. Если эти тексты существуют именно как творчество учеников такого-то класса, то это, конечно, просто литературное творчество, а не какая-нибудь фальсификация. То есть для оценки вот вопроса, что является фальсификацией, что не является фальсификацией, здесь важен не только вопрос того, вот, что собой текст представляет, а важно понимание форм его социального функционирования. Вот. То есть сам по себе текст записанный, он не представляет собой фальсификацию. Он становится фальсификацией в процессе своего социального функционирования. То есть когда вот, автор сочиняет текст, да, а потом говорит, что, вы знаете, это вот не я сочинил, а этот текст я нашел вот на Палимпсесте XII века, который я нашел, значит, в архиве, а сам Палимпсест, к сожалению, там сгорел. Вот это уже фальсификация начинается. Так, вы сказали, что ученые не спешат разоблачать фальсификаторов. Чем вы это объясняете? Вы знаете, ну, это вообще такая тема сложная, да, вот если, например, попытаться разоблачать современных фальсификаторов, то вообще есть такая опасность, что вы встретите противодействие со стороны этих фальсификаторов. Вот. Если речь идет там о XIX веке, да, то возникает такой вопрос о том, что, вообще говоря, это не вполне патриотический вид деятельности. Да, как же так? Да, вот Сахаров, например, да, он вообще был тульским краеведом, и его краеведческие разыскания, они до сих пор переиздаются, там проводятся конференции ему посвященные. Вот, и если бы вот такую лекцию, как я вам сейчас читаю, я бы, например, в Туле прочитал, вот не в Зуме, я думаю, что в Зуме я бы остался в живых, вот, а если бы я вживую приехал бы в Тулу и попытался такую лекцию прочитать, то я боюсь, что больше никаких лекций я бы уже в этой жизни не прочитал. Вот. Так что это такое занятие вообще не вполне безопасное, вызывающее разного рода противодействия. Вот. Ну и потом, вот для такого фольклориста и, ну, как бы узкой специализации, ну, вообще не очень понятно, зачем этим заниматься, да. То есть все-таки занятия такого рода, они требуют, ну, такого как бы широкого подхода. То есть этот человек должен быть и литературоведом, то есть он должен знать историю литературы, он должен быть и фольклористом, он должен понимать, что такое фольклорные тексты, он должен уметь работать с рукописями, то есть он немножко палеографом должен быть. Вот. И у нас, к сожалению, обычно такая узкая подготовка у фольклористов, что просто... Ну, далеко не каждый просто вот специалист, который называется фольклористом, просто может такие разыскания производить. Они такого достаточно широкой подготовки профессиональной имеют. Так, не попадались ли вам фальсификаторы аешного стиха? Я видел в приведенных вами примерах подделки под былинный стих, но это, естественно, другой стих, размер. Аутентичный райок был окончательно утрачен в XIX веке, а в XX веке появляются многочисленные художественные райки у поэтов, Демьян Бедный, Кирсанов. Наверное, были попытки подделок. Может быть, вы встречались с народными сочинителями райка. Знаете, но если там Демьян Бедный или Кирсанов сочиняют райошные стихи, то это, конечно, никакая не фальсификация. Вот, они могут и тоническим стихом сочинять, и былинным стихом. Вот, в данном случае это просто литераторы, которые... значит, пользуются определенными художественными приемами, средствами. Вот, вы тоже можете начать райком сочинять, ради бога. Можете и былины сочинять. Я повторяю, что если вы вот сочините райошное стихотворение какое-нибудь и потом там поделитесь им, опубликуете его, то это не будет никакая фальсификация. Вот если вы скажете, что вы нашли, значит, во время ремонта там тетрадку вашей бабушки, которую она вела в XIX веке, и вот из нее выписали, значит, райошные стихи, и их опубликуете, еще деньги за это получите, то вот это уже будет фальсификация. Но, с другой стороны, видите, это можно, конечно, принять и за мистификацию. Вот тут есть такая тонкая грань между литературной мистификацией и фальсификацией, да, то есть если, собственно говоря,
там какой-нибудь писатель, да, там пишет, там, не знаю, какими там песни южных славян, вот, и говорит, что это фольклорные тексты, а на самом деле он сам их сочинил, вот, то это все-таки литературная мистификация, и, собственно говоря, мы упрекать вряд ли его можем. Знаете, вот отличие литературной мистификации и фольклорной фальсификации – это такой большой вопрос. Вот, можно было бы специально просто его обсуждать. Но я повторяю, сочиняйте раёшникам, ради бога. Андрей Львович, простите, вот как раз с художественными текстами все понятно. Вопросов не возникает. Сейчас и в литературной традиции смотрит нормально на раёк, он развивается. И у современных поэтов он представлен широко. Но как раз меня интересовала последняя часть больше вопроса. Это написал, что видели ли вы какие-то попытки, вот помимо вот этих художественных текстов, попадались ли вам? Тем более, когда вы говорили, что вы встречались с сочинителями, и вот мне было интересно в связи с этим спросить у вас. Вот именно этот размер раёшный, потому что он был утрачен, и, соответственно, интересно, может быть, он появляется вот в какой-то такой среде. Вот я не совсем понял, с кем я встречался, о чем вы говорите, не совсем понял просто. Вы как-то, ну, когда представляли презентацию, вы обмолвились, что вы встречались с кем-то, у вас были какие-то встречи. Ну, у меня была вот со жрецом Велеславом один раз встреча, но он просто работал в книжном магазине над Маргином, книгопродавцом, и я просто у него книги покупал. Вот. А понял, так вот целенаправленно я не собирал такого рода материалы. Вот если кто-то из вот, студентов захочет с таким материалом поработать, то это было бы очень интересно, конечно. Я вот. Понял, спасибо. А целенаправленно я раёшником не занимался. Но, в принципе, это вот раёшный этот стих, он очень простой. То есть, если вы захотите просто вот взять какой-нибудь текст и переложить его райком, то это особо... Андрей Львович, я вот к этому у меня вопросов нет, я это знаю. Как раз многие поэты им увлечены сейчас, занимаются райком, здесь все понятно. Вопрос в том, что это художественный так называемый райок, а вот тот райок, который был аутентичный, как я его назвал, народный, он был утрачен, вот в чем вопрос. А то, что сейчас художественным райком многие пишут, здесь вопросов нет никаких. То, что легко им писать, да, я тут даже не спорю. Мне просто было интересно, может быть, раз кто-то пытается использовать былинные размеры, то наверняка кто-то попытался использовать и раёшные какие-то, брать оригиналы и что-то там делать с ними. Понимаете? Вот в этом вопрос был. Спасибо. Понятно. Значит, проникают ли фальсификации в пространство профессионального или псевдопрофессионального фольклора? 10-15 лет назад выпускались для массового читателя сборнички, байки музыкантов, программисты шутят и так далее. Возникает ощущение, что это скорее не фольклор профессиональной среды, а фольклор стереотипных представлений об этой среде. Можно ли считать это фальсификацией? Нет, я думаю, что это нельзя считать фальсификацией. Я думаю, что это такой постфольклор или парафольклор. Я тут не вижу вот каких-то специфических черт фальсификации. Так, ну вот вопросы в чате закончились. Если устно кто-то хочет задать, пожалуйста, можете задать. Да, пожалуйста. Здравствуйте, спасибо вам большое за ваше выступление. У меня вопрос такой. Насколько можно считать подделками частушки, распевающиеся народными советскими коллективами, если частушка по определению своему во многом... Это жанр, нацеленный на парадоксально-эротическую составляющую, которая была табу в официальном публичном пространстве. В частности, вот про эту эротическую составляющую я у вас прочитала в вашей книге «Русский эротический фольклор», и вы там как раз писали о том, что в загадках, песнях и частушках существует мир вот в этом, в этой сексуальной гиперактивности, и при этом в них вот... меньше похабщины, в отличие от городского творчества. Такой вопрос. Ну, частушка вообще, в принципе, такой жанр, как бы рождающийся в какой-то актуальный момент. Вот, так что она и по природе своей должна какую-то современность отражать. Так что, по-моему, это просто такой вид естественного фольклорного творчества. Я тут никакой фальсификации не вижу особой. Тут другой вопрос, что вот в сталинский период, например,
эти частушки сочиняли там вот клубные работники там, и эти тексты, они часто такие корявые очень, то есть, ну и вряд ли их кто-то распевал на самом деле, скорее всего, их сочиняли, ну просто для того, чтобы опубликовать, вот, и показать, как народ относится там к попам, там, к буржуям там, и так далее. Вот это уже, мне кажется, ближе к фальсификатам. А то, что люди сочиняют частушки, поют их, ну, ради бога, пускай сочиняют, поют. Спасибо большое. Так, ну, наверное, слово Татьяне Владимировне, да, она поблагодарит сейчас Андрея Львовича, если нет других вопросов, и мы продолжим. Да, спасибо большое за интересные вопросы. Андрей Львович, вы, я надеюсь, с нами остаетесь, продолжаем дальше вести, да, наше заседание. А вы какой-то пятиминутный перерыв не хотите сделать, нет? Ну, давайте спросим участников. Будем делать перерыв? Я бы, наверное, не стала делать, потому что тоже ко времени, к сожалению. Вот если бы можно было, например, после моего выступления, но это опять же, как скажут другие люди, просто высказался. Нет, ну, как то народ. То есть, Варя, скажет, ты торопишься куда-то, да? Я не понял просто. Ну да, есть такое немножечко. А, вот так вот. Ну, решаем. Вот. А сколько времени, Варя, у вас будет доклад? Полчаса, нет? Меня немножечко совершенно. Ну хорошо, ну тогда, Татьяна Владимировна, да, какое решение будем? Ну давайте тогда все-таки, да, мы как варим, ей, наверное, на лекцию надо, я так понимаю, да, все-таки да, послушаем да. Ее. Угу. Так, вот, я хотела бы поговорить. Да, слово тогда Варваре Шубиной, и вы сами назовете свой доклад, да, Варвара? Да, конечно, вот. Варя, а тебе нужно презентацию включать или нет? Демонстрацию экрана. Нет, я просто расскажу. Так, да? Хорошо. Деле. Варвара Шубина, студент четвертого курса, наш активист студенческого научного общества. И мы предоставляем слово ей. Пожалуйста, Варвара. Спасибо большое. И так, тема моего доклада – это ложная интерпретация работ Алексея Николаевича Весловского, его современниками. Сразу хотелось бы оговориться, что тема моего доклада – это не совсем фальсификация, потому что как уже было только что сказано, что текст становится фальсификацией в процессе его социального функционирования, и данную тему, которую рассматриваю я, там не было какого-либо официального заявления о том, что является истиной, что является ложью. И тема довольно дискуссионная, я ее рассмотрю с точки зрения Алексея Весловского, его приверженцев и потом его дальнейших исследований. Так вот, если кто-то, возможно, не видел, не читал аннотацию, я просто кратко повторюсь опять же, что Алексей Николаевич Весловский, литературовед, историк литературы, он был вынужден в конце своей жизни прекратить преподавание в Московском университете, в котором он преподавал на кафедре всемирной литературы. Многие годы читал там лекции, и такое трагичное, так сказать, завершение его карьеры, его судьбы, оно произошло из-за того, что казалось несерьезным и каким-то односторонним увлечением приверженность исследованию Весловского западной темы. Например, его труд фундаментальный, который выдержал 5 изданий с 1981 года в «Вестнике Европы» начал печататься, и вот в 1916 выдержал последние 5 издания, многочисленные переработки у него были, это западное влияние в новой русской литературе. Этот труд множественно критиковался, о чем я далее скажу поподробнее. Вот, и этот весь интерес казался чрезмерным, он приводил к искажению истины, и казалось, как будто Весловский как-то подгоняет литературоведческие составления под заранее заданный результат, что русская литература во многом имеет западное влияние. Вот, и в своем докладе попытаюсь
поподробнее рассказать, что вообще из себя представлял его этот научный труд и почему, как мне кажется, не стоит вот так вот односторонне смотреть на это все, если вдруг захочется так посмотреть. Вот. В предисловии к пятому изданию этого западного влияния в новой русской литературе из-за того, что Веселовскому приходилось очень много оппонировать с литературным своим кругом, он скажет, что вот, в журнальных статьях первой редакции настоящей книги лежала печать переживавшейся эпохи нужд и запросов борьбы. Вот. Прием противников, воскрешавшая тактику блаженной памяти Шишкова для более понятного своего доклада, я буду комментировать некоторые известные, ну, малоизвестные факты, потому что их довольно много, буду цитировать из переписки и из трудов. Вот. Так вот, Александр Семенович Шишков — это русский писатель, и он основатель беседы любителей русского слова в начале XIX века в Петербурге. Вот, в 1811 году вместе с Державиным основал. И вот прием противников, говорит Веселовский, воскрешавший тактику блаженной памяти Шишкова и его беседы, вот как раз беседы любителей русского слова, и голословные нападки, произвольные изменения фактов, научных данных, отвага, с которой навязывались автору очерков «Нелепая проповедь вечного ученичества и рабской зависимости от Европы», тогда как сотни мест своего обзора он приветствовал как желанный исход западной школы самостоятельность наших великих писателей. И потом Веселовский неоднократно будет упоминать, что сначала что-то мы заимствовали у Запада, а потом русская литература приобретала свою самостоятельность и могла уже породила таких великих писателей, как Достоевский, Толстой, и уже сама оказала влияние на всю западную литературу. Вот. И вся эта полемика между Веселовским и, как они в переписке с Александром Николаевичем Пыпиным называли славянофилов, славянофилствующие кликой. Вот, зачитывают цитату из письма 15 марта 1883 года. Это Веселовский пишет Пыпину: «В последнее время два славянофильствующих оппонента удостоили западное влияние своей немилостью. Это «Неделя» и «Русь». А «Неделя» упоминаю только ради счета, так ее статья не касается, собственно, книги. Речь идет о двух газетах, которые издавались в середине XIX века в Петербурге. Вот это русская газета «Неделя», которая изначально имела такую либерально-народническую направленность, а потом уже в 80-90-е годы политика стала более умеренной, но все равно возникали вот такие вот конфликты. Вот. И «Русь» — это газета, издававшаяся вот прямо в 80-е годы в Москве. Это не касается, собственно, книги, то есть тем недели. Это дает просто возможность потолковать о буржуазности, бюрократизме. Вот. В Руси также статья не от редакции, а в отделе библиографии. Будто бы прислан из Петербурга, в скобках называется Арест Миллер, как возможный автор. Здесь несколько мнимо-фактических возражений, много досады, умышленного непонимания. И вот, и Веселовский спрашивает, именно отвечать или нет, стоит ли вообще как-то реагировать на все это, цитата, шипение у славянофилов. Вот. Пыпин ему отмечает 2 декабря, тоже 83 года, что с таким мнением о том, что «Неделю» не стоит вообще даже принимать в расчет, и что не стоит отвечать, Пыпин ни в коем случае бы не согласился, потому что, цитата, «Ведь это Шушера хочет вас поучать и положительно распространяет невежество, каковы они ни на есть, их читают тысячи других людей, то есть так как люди их читают, так как люди их знают, все равно не стоит допускать вот это распространение этих невежных ложных фактов, как предполагал Пыпин с Веселовским, поэтому следует ответить». И Веселовский вот в письме, недатированном, ему отвечает, что спасибо большое, цитата, «за поддержку в борьбе со славянофильствующей кликой», вот как я уже говорила, да, сам он медлил, и, но все-таки ответит. Вот. До этого, то есть ни один Веселовский, ни один Пыпин занимались этим.
«Всем не одни». Они были в 80-90-е годы приверженцы мнения о западном влиянии. Вот. И Веселовский говорит, что сам медлил с возражением, потому что слышал, что Аксаков заказал новое опровержение одному начинающему охранителю, некому Векштерну, автору пушкинской биографии в юбилейном сборнике «Общество любителей русского словесности». Но он все медлит с этим опровержением, поэтому вот стоит опровергнуть ему самому. И вот такая полемика развертывается в их переписке, вот они это все обсуждают. Это все продолжалось вот с 80-х годов, когда Пыпин побудил Веселовского начать писать такое издание, как «Западное влияние русской литературы», и вот эти все нападки на Веселовского продолжались. Хотелось бы процитировать Гордлевского, который потом в записках коллегии востоковедов при Азиатском музее. И он скажет так о Веселовском, что друг свободы, поклонник писателей, борцов за свободу Байрона Герцена, он испытал от судьбы удары. Он, мечтавший о свободе академического преподавания, дважды был отстранен от кафедры. В 1906 году в Московском университете освободилась кафедра русской литературы. Ему, заслуженному европейскому ученому, почетному академику, предложено было конкурировать с провинциальными искателями фортуны. И оскорбленный ушел он из университета, тяжело переживая разлуку. В 1918 году наспех сплоченные специальные классы, давно нуждавшиеся в капитальном ремонте, рухнули. И когда на обломках их воздвигалось новое учреждение, Веселовский, почетный член Лазаревского института восточных языков, оказался не ко двору. На смарку пошла 35-летняя плодотворная работа в востоковедном учреждении, стала быть на пользу русского востоковедения. К слову сказать, Веселовский занимался не только темой западного влияния, но и темой восточного влияния в русской литературе, являлся приверженцем культурно-исторической школы, будучи, опять же, как он себя называл, учеником Пыпина, и также использовал в своей работе метод сравнительного литературоведения, как его старший брат Александр Николаевич Веселовский. В этом тоже есть исследование. Так вот, и хотелось бы опять обратиться к переписке, с которой я работаю. Пыпин, будучи наставником и учителем, можно так сказать, Алексея Веселовского, он очень интересовался и переживал за Алексея. И вот цитата. Главное, напишите, пожалуйста, что у вас делается. Это в октябре 84-го года, то есть уже с конца, вот, с середины 80-х годов, вот на Веселовского начинались вот эти вот все давления. Из газеты приходили странные известия о каких-то отставках в Московском университете, причем называлось и ваше имя, доходили и разные устные слухи, в которых по обыкновению не знаешь, чему верить. Конечно, мне очень любопытно знать, что такое делается в действительности. И 17 октября, то есть вот, через три дня Веселовский отвечает, что отставок пока не было, и некоторые из газетных списков заключали имена просто потешные. И что касается его, ну, то он до сих пор не возобновлял свои чтения в университете, то есть его уже попросили удалиться с кафедры. Впрочем, появились шансы, что этот вопрос решится в скором времени. И вот в 84-м году, вот позднее, он, Веселовский, пишет Пыпину, что, опять же, вы интересовались, знаете, в каком положении мои дела в университете. Теперь могу отвечать на это в положительном смысле. Дня 4 тому назад утверждение состоялось. Надеюсь, что вот ему удастся заниматься. В феврале 1989 года, проработав вот, в Московском университете, он пишет, что дела его вновь ухудшаются, и в текущем семестре дошло до того, что иностранная литература
объявлен на Московском университете, не обязательные. И как будто он играет роль контрабандного товара, как он сам говорит, что никому из студентов уже не интересно знать о всеобщей литературе, кроме горстки, в кавычках, желающих добродушных, Дон Кихотов, просвещения. Вот. И хотелось бы, наверное, в конце в своем докладе объяснить вообще, к чему же, что же все-таки на самом деле стремился доказать Весловский в своем труде. Это указывать с помощью фактов, которых ничем сгладить нельзя из истории, на важность западного влияния. Это не значит отрицать самодеятельность народную. Жалок ничтожен был бы тот народ, который не умеет найти своих слов и своих мыслей, вечно за чужой указкой. Это значит изучать постепенное развитие под воздействием опытных чужеземных сил, самодеятельность национальной работы. Это значит также подвести точные итоги, отделить свое от чужого, творческое от подражательного, скорее сузить круг своего национального богатства, чем с косливой гордостью видеть его всюду, где только живая русская речь облеклась в художественные формы, и бороться против того самовосхваления, того идолопоклонства, которым попрекнул нашу литературу еще Белинский. Это не значит пытаться парализовать энергию и стремление вперед, полноправности и равенству с другими культурными народами, но, наоборот, значит вести его к этой цели, внушать бодрость, дух неутомимой работы, сознание, что светлое будущее вовсе еще не близко, и приветствовать каждый наш вклад в общечеловеческую литературу, каждый факт начинающего влияния нашего творчества на нее, но вместе с тем напоминать, что первенствующее руководящее значение нельзя себе приписать, но что его нужно заслужить. И вот в своем большом издании Весловский, заимствование каких-то определенных мотивов, сюжетов, которые перешли из западного влияния в русскую литературу. Вот, наверное, на этом все. Спасибо вам большое. Если у вас какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу на них. Спасибо большое, Алексей Владимирович. Да-да, я тут. Да, я благодарю, конечно, Варвару. Пожалуйста, если есть вопросы, наверное, быстрее уже устно, потому что торопит нас и Катя Ицки, у них учеба. Поэтому, если есть, пожалуйста, устно, кратко и по существу. Ну, можно только добавить просто, что вот эта полемика, которая была во второй половине 19-го, в начале 20 века, все-таки она имела научный характер, да, люди спорили, используя научную терминологию, критерии оценки. А потом, вот после Второй мировой войны, в 1948 году, когда началась борьба с космополитизмом, и там она уже совершенно другой характер имела, то есть людей за утверждение о западном влиянии в русской литературе там сажали в тюрьмы. Вот. И тут просто там произошел такой парадокс, что Алексея Николаевича Весловского и Александра Николаевича Весловского, что их путали иногда. И утверждение Алексея Николаевича Весловского приписывали Александру Николаевичу Весловскому. Вот. Хотя с нашей современной точки зрения, как говорится, и у Алексея Николаевича ничего такого страшного не было. Вот. Но вот оба они оказались, значит, космополитами безродными. И это, конечно, страшный урон нанесло вообще филологической науке, потому что вся вот эта тематика изучения заимствований, влияний, она просто вся оказалась под запретом на долгие годы. И вот это, кстати, манера описывать, скажем, русский фольклор, так как будто вот все у нас старушки придумали по деревням, вот, которая до сих пор существует, она именно тогда зародилась, в период борьбы с космополитизмом. Потому что если мы почитаем, скажем, учебник Юрия Соколова о русском фольклоре, то там факты заимствований и взаимовлияний, они очень широко освещались как раз. Спасибо. Можно, да, тоже реплику вставить? Вы знаете, я когда сейчас слушала ваш доклад, у меня все время в голове крутилась одна такая мысль. Может быть, она ложная, а может быть, она как раз-таки и даст какие-то попытки объяснить, почему это все происходило. Вы знаете, вот если мы посмотрим на историю, то
В Москве достаточно сильную позицию занимали славянофилы. Вот как, например, если мы возьмем Киевский университет, то там, например, очень сильная позиция была за черносотенцами, да? И не может ли быть причиной того, что Алексей Николаевич Веселовский оказался вот в таком вот положении, да, и ложных интерпретаций, вообще вот таких нападок на него, как раз-таки в связи с тем, что он жил в Москве, то есть объяснение причины, что вот он, старший брат его, да, он тоже был западником, но жил в Санкт-Петербурге, и как-то это все-таки более-менее мимо него прошло, и Пыпин жил в Санкт-Петербурге. А вот как раз-таки младший Веселовский, он жил, работал, трудился в Москве, где единомышленника и вот такого ядра, центра западников как раз-таки не было. Там было больше славянофилов. То есть это какая-то, возможно, вот такая особенность идеологическая этого города отразилась на его научной карьере. Скорее всего, это вообще особенность политики Московского университета, так как не только Алексей Веселовский был в опале, но вот он еще пишет, что вот мы со Староженком оказались не при делах, не ко двору, поэтому это, скорее всего, было вот, как сейчас в вышке всех сокращают, просто за то, что там с официальным упоминанием токсичность, то вот, скорее всего, было что-то примерно такое же, опять же, мы можем, ну, только предполагать и исследовать переписку, но скорее всего, да, вот. Наверное, Москва, она просто была сама по себе такая архаичная более в этом смысле. И ведь Веселовский, он даже писал своим друзьям о выборе, почему он выбрал Санкт-Петербург, а не Москву. Да, он же тоже был москвич, мы знаем это. Вот это была одна из причин, потому что он задыхался в Москве, он многим писал об этом. И поэтому он выбрал Санкт-Петербург, чтобы быть ближе к западной культуре. И в том числе вот одна из причин это была... Спасибо. Есть еще какие-то вопросы, уважаемые участники семинара? Тогда что, будем делать перерыв или все-таки уже на одном дыхании дойдем до финала? Как вы чувствуете? А сколько времени будет следующий доклад примерно по времени? Ну, я думаю, что, наверное, вот так же примерно, да? Даш, как у вас? Давайте закончим. Катя. Катя, Я думаю, минут 10 максимум. Давайте тогда, конечно, вперед. Значит, Яцкиф Екатерина, Велесова книга «Подделка, владеющую умами многих». Спасибо. Спасибо вам. Это скорее будет научно-популярный такой доклад, а не сугубо научный. Для начала, наверное, нужно рассказать, что это в принципе Велесова книга, произведение древнерусской литературы, вроде бы как, которое большинством исследователей признается подделкой. То есть многие считают, что это не памятник древнерусской литературы, а лишь подделка под него. Но при этом существует ряд ученых, которые выступают за то, что данный текст действительно является памятником древнерусской литературы. Название книги происходит от имени языческого божества Велеса. Это божество в древнерусском языческом пантеоне, покровитель скотоводства, сказителей и их поэтического творчества. Некоторые исследователи считают, не так, склонны разделять Велеса и Боса, которого считают истинным покровителем скотоводства. Иногда Велесову книгу также называют дощечками Изенбека, и вот сейчас расскажу почему. Федор Артурович Изенбек — это художник-график, он был участником Белого движения, и как он сам потом рассказывал историю обретения этих дощечек, дощечки с письменами были обнаружены им в дворянской усадьбе. Он осознал, что они имеют некоторую культурную, историческую ценность, решил забрать эти дощечки, и затем на протяжении всей гражданской войны это уже вызывает ряд сомнений относительно того, было ли это на самом деле. А затем Изенбек эмигрировал, и в 1924 году в Бельгии он показывает свою находку Миролюбову. Миролюбов был украинский литератор, который очень увлекался древнерусской литературой, и в частности он много внимания уделял изучению слова о полку Игореве. Позже дать точные сведения относительно внешнего вида этих дощечек и их количества Миролюбов не мог. То есть он путался и в количестве дощечек, то 38, то 37, и в датировке.
И затем в течение 15 лет Миролюбов реставрировал и переписывал этот текст под присмотром Изенбека, и как потом сообщал Миролюбов, Изенбек настолько боялся за сохранность этих табличек, что он больше никому эти тексты не... Сама Велесова книга была опубликована частично в 1957-59 годах в журнале «Жар птица». Этот журнал издавался в Сан-Франциско. И в настоящее время существует несколько вариантов ознакомления с ней. Это текст, собственно, «Жар птицы», машинописный вариант из архива Миролюбова, машинописный вариант, который нашли в Сан-Франциско, и рукописные копии Миролюбова. Они хранятся у разных лиц и в разных архивах мира. Сами дощечки не сохранились. Были сделаны фотографии Велесовой книги, при этом сохранилось фото только одной дощечки, и по заглавным словам текста, которые на этом фото содержались, и была названа книга. Сам Миролюбов утверждал, что сделать фотографию всех проблем быть не должно было быть. В 1941 году Изенбек умер, а дощечки исчезли, то есть до сих пор неизвестно, где они находятся. Теперь немного о содержании дощечек. Сама книга представляла собой скрепленные ремнем дощечки примерно одного размера, это 38 на 22 сантиметра. Текст был нацарапан шилом или выжжен, и поверхность была покрыта лаком или маслом. Были и рисунки. В этой книге это были изображения разных животных, типа собак или быков, кошек, изображения солнца и так далее. И содержание можно разделить на три раздела. Это гимн языческим богам, история славян-русов и рассуждения религиозно-мифологического характера. Если говорить об истории, которая изложена там, то важно отметить следовательно, и есть нарушение хронологии, то есть в тексте сосуществуют народы разных времен. Игнорируются западные и южные ветви славянских племен, используются литературные названия некоторых исторических персонажей и даже намечаются ошибки в использовании географических терминов, то есть используются те термины, которые возникли в более позднее время. Рассматривая религиозный и мифологический аспект, важно упомянуть, что здесь есть влияние монотеизма. Славянские боги — это единая группа богов, которая неразрывно объединена в Сварог небе. Важным божеством был Триглав, единый в трех лицах, Сварога, Перуна и Сментовита. И вводится также учение о Яве, Праве и Наве, которое воспринято было потом родноверами. Но это учение ложное, потому что известно, что славяне никогда такого учения не разрабатывали. И многие сюжеты восходят к слову о полку Игореве. Напомню, что Миролюбов очень любил этот текст и изучал его. Здесь даже встречаются такие редкие, уникальные слова из слова о полку Игореве, которые, вероятно, не могли быть дублированы где-то еще, типа Русичи, Комани, река Каяла, божества Карна и Жля и другие. Здесь же упоминается и божество, которого на самом деле в славянском пантеоне богов никогда не было, Матерь Слава, и изменяется сфера влияния бога Велеса. И, в принципе, можно на разных языковых уровнях доказывать тот факт, что эта книга — фальсификация. К примеру, отражено падение редуцированных и те фонетические процессы, которые стали следствием этого процесса. При этом текст выдается за текст IX века, а данные процессы происходили позже. И еще в тексте отражена... воссоздана имитация, скажем так, шипящего польского языка, но такое свойство польский язык получил не ранее 14 века, то есть снова хронологическая ошибка. Есть здесь и орфографические ошибки, на них я не буду останавливаться, словообразовательные ошибки, то есть просто берутся какие-то известные корни и в совершенно хаотичном порядке какие-то словообразовательные аффиксы прикрепляются к ним, то есть по-настоящему морфологические ошибки, в частности, это касается глагольной системы.
секундочку. И синтаксические ошибки здесь используются современные, но отсутствующие в древности синтаксические явления. К примеру, родительного падежа принадлежности тогда быть не могло. И, в принципе, даже если предположить, что какие-то из этих моментов могли быть включены в текст, то нельзя сказать, что все эти явления могли в одном тексте сосуществовать, потому что более развитый язык, который развивался быстрее, чем старославянский язык. Но это тоже теория сомнительная. Также есть заимствования из других языков, которые тоже не могли в это время быть осуществлены. Кроме того, та фотография, о которой я говорила, единственная сохранившаяся фотография табличек, таблички одной, это на самом деле фотография не самой дощечки, а рисунка на бумаге, потому что провели исследование и поняли, что видны складки и тени так, как было бы это, если бы сфотографировали бумажный лист. В книге очевидно влияние Библии и христианского богослужения, а книга дохристианского периода. Там встречаются такие фразы, как «тайна сия велика есть», «ныне и присно во веки веков» и некоторые другие. Исследователи также считают, что не характерен и материал для изготовления книги. Называют сохранность дощечек. То есть, судя по описанию, они должны были быть очень хрупкими, к тому же они были разлинованы с двух сторон, что также увеличивает вероятность того, что до 20 века они бы не сохранились. При этом ученые полемизируют на эту тему. В 1960 году в журнале «Вопросы языкознания» были опубликованы на делать категорический вывод, что Велесова книга не может быть действительно памятником древнерусской литературы. Но при этом есть и те исследователи, которые пытаются убедить остальных в том, что это неправда. Так, к примеру, одним из самых ярких защитников истинности Велесовой книги является Асов, такой исследователь, как Асов, хотя с ним полемизируют и Рыбаков, Творогов и так далее. Значит, согласно вот предположениям тех, кто... Согласно предположениям тех, кто является сторонником того, что эта книга правда, данная книга просто дошла до нас в неполном составе, как говорят они, мы знаем лишь три. И, вероятно, это была летопись русских жрецов. Она описывает те события, которые не описаны в повести временных лет. То есть просто мы столкнулись с тем, что нам незнакомо, поэтому это вызывает столько нареканий и проблем. Плюс добавляет проблемы то, что, собственно, дощечки не сохранились. И стоит сказать, что популяризация этой книги произошла в 90-е годы 20 века. Многие восприняли это как действительный памятник древнерусской литературы. И на основе Велесовой книги начали формироваться разные секты. Скажем так, неоязычники тоже активно прибегают к использованию этой литературы, причем многие основатели этих сект неоязыческого характера знают, что Велесова книга — это подделка, но при этом они говорят, что это очень хорошо работает. И многие люди действительно готовы верить в то. И есть даже крупный научный семинар на базе, по-моему, Нижегородского университета. Не семинар, а лаборатория, преподаватели, студенты которой занимаются изучением вот этих новых сектантских течений, которые базируют свое учение на Велесовой книге. Пожалуй, у меня все. Спасибо. Спасибо, Катя. Ну, пожалуйста, если есть вопросы к Екатерине устно. Можно я просто несколько уточнений хотел бы сделать? Вот, во-первых, среди ученых все-таки нет никакого сомнения в том, что Велесова книга – это фальсификат.
И, понимаете, мы когда оцениваем как бы разные точки зрения, мы все-таки не можем на равных рассматривать Асова и Творогова. Асов – это журналист, это сочинитель псевдодревних вот этих бесконечных текстов. Вот. Ну, если почитать эти тексты, то, в общем, видно, что у него представления о древностях, о мифологии, об истории самые примитивные. Вот. Творогов – это крупнейший специалист по древнерусской литературе, который всю жизнь публиковал древнерусские памятники. То есть, понимаете, ну, все-таки мы должны, как говорится, ну, учитывать профессиональную подготовку тех, кто, о ком мы говорим. Мы не можем просто на равных рассматривать журналиста и, значит, известного доктора наук, там, публикатора, сотрудника Пушкинского дома. Вот. Я просто не знаю, пользовались ли вы вот этой книгой, что думают ученые о Велесовой книге. Пользовались, наверное, да? Нет, нет. Ну, понимаете, вот вы делаете доклад, не познакомившись с основным изданием, посвященным вашему предмету. Это вообще, конечно, странно. Вот. Наверное, надо было все-таки прежде всего взять книжку и прочитать ее, а потом доклад об этом делать. Все-таки это как-то разумнее было бы. Вот. И там авторы этой книги, там и Творогов, и Залезняк, там, и Данилевский. То есть это доктора наук, это специалисты. Понимаете? И они приводят аргументацию. Они не просто говорят, что там это подделка или это, значит, наше все. А они очень подробно все это обосновывают. Понимаете? Вот. Поэтому просто не должно оставаться у кого-то из присутствующих при такого представления, что есть вот ученые, которые придерживаются мнения, что это подлинный текст, а есть другие ученые, которые считают, что это фальсификат. Значит, в данном случае совершенно однозначная есть научная точка зрения, поддержанная там целым рядом крупнейших ученых, и лингвистов, и историков, и литературоведов, о том, что это именно подделка. Вот. И когда умер Миролюбов, остались его рукописи, и эти рукописи опубликованы, и на основе этих рукописей с полной очевидностью можно проследить, как у него вызревала идея вот этой Лесовой книги. Вот. Ну и само название вообще, вот изначальное, это вообще Велесова книга, а не Велесова книга. И вот этого словосочетания Велесова книга, там нет в этом тексте. Вот. Это просто, как говорится, в Лесову, поскольку это непонятно было, потом превратили в Велесову. Но изначально все-таки у нее другое было название. Вот. Ну и последнее. Вот вы когда излагаете историю, публикацию, да, этой Велесовой книги, то имело смысл как бы разделить все-таки вот реальную историю. Да? То есть вот Миролюбов, вот появляются сначала сведения о том, что найдена такая рука. Значит, что это величайшая историческая сенсация. Потом появляются публикации в «Жар-птице». Вот. Потом появляется вот этот снимок этой дощечки, которую, значит, тут же лингвисты опровергают. Вот. А уже потом появляются сами публикации вот этой книги, и с 90-х годов действительно появляются разные версии этой книги. Вот. То есть она, собственно, получает авторскую разработку. То есть разные люди, они перерабатывают эту Велесову книгу и выдают и то, и другое как подлинный текст. Вот это как бы та история, которая имеет реальный характер. А второе – это легендарная история. То есть это то, как Миролюбов объяснял, откуда у него взялась эта книга. Это вот история про Изенбека, про дощечки там и так далее. Если вот разделить эти две истории, да, вот реальную историю публикации текста и легенду, созданную Миролюбовым о том, откуда этот текст взялся, то тогда, собственно, станет ясно, что никаких дощечек, их вообще никогда не существовало. Понимаете, вот то, что вы описываете, то есть вы как бы описываете на равных легенду и задокументированную историю.
И у вас, вы там, например, рассказываете о дощечках, что там на них было нарисовано там, и так далее. Так что наши слушатели, они, наверное, решили, что действительно были какие-то дощечки, на которых что-то там было нацарапано и написано. И что это такая же реальность, как вот переснятое фото, значит, прорези одной из этих дощечек. Но они имеют принципиально разный статус онтологический. В одном случае это вот некая легенда, фантом, да, рассказанная, а в другом случае это реальный документ, который можно анализировать. Вот. Ну, это вот такие просто у меня соображения по поводу. Вот, спасибо. Благодарим, Андрей Львович. Ну, я, конечно, в защиту Кати скажу, что сама она не верит в подлинность лица книги. Просто были какое-то изложение, может быть, кого-то смутило. Да, ну а насчет ученых, докторов филологических наук есть более болезненная тема. Это слово полку Игореву. Мы знаем, что даже один из ведущих ученых нашего вуза, лингвистов, не признает подлинность этого памятника. Но это, наверное, мы оставим на следующий разговор по фальсификации. Да? Сейчас Татьяна Владимировна. А, Андрей Иванович хочет добавить. Да. Если говорить о слове полку Игореву, то все-таки вот совершенно важнейшее значение для этого вопроса имеет книга вот Залезняка, вот, академика покойного. Вот. И, собственно говоря, он вообще отстранился от проблемы там, мифологии, содержания, поэтики. Вот. А он рассматривает такие грамматические, синтаксические форманты, вот, всякие мелкие частицы. Вот. И он показывает, что... Ну, понятно, что тут, вот, там сложная история текста у слова «Полку Игореву». Но тем не менее, совершенно невозможно себе представить, чтобы какой-нибудь человек в XVIII веке владел достаточными знаниями о древнерусской грамматике для того, чтобы сфальсифицировать такой текст. Вот. То есть вот в данный момент мы можем все-таки с уверенностью говорить о том, что слово о полку Игореве – это все-таки аутентичный памятник, а не фальсификат. Да, кстати говоря, вот Залезняк очень часто в своих интервью сожалел о том, что научные издания все меньше и меньше тиражом. Там тысячи экземпляров – это просто подарок, а так там 500, 300, и вот как раз-таки вот эти тексты, которые фальсификаторов, у них там, как вот уже Андрей Львович говорил вначале, это миллионные тиражи. И мы прям против них, просто как действительно Дон Кихот против мельницы. Очень сложно побеждать. Кстати, Белесова книга гигантскими тиражами издать. Да, это просто что-то с чем-то. И поэтому, конечно, здесь очень сложно быть победителем в этом споре. Ну, тем не менее, вот мы так и хотели, так и думали, что мы, наверное, к 6 часам закончим наш семинар. Первый наш семинар, мне кажется, он прошел у нас очень удачно. Как вы считаете, коллеги? Мне кажется... Получилось то, что вот о чем мы мечтали. Безусловно, поучительный и для молодых ученых действительно это очень серьезное и очень важное, ценное уточнение, которое сегодня Андрей Львович дал, и во всяком случае интересно. Вот по поводу, конечно, ушла девочка культурно-исторической школы Алексея Николаевича Веселовского, да? Аспект изрока личных отношений, личной драмы ученого, да? Да. Хотелось бы, действительно, видимо, дальше будет уже изучение проблем культурно-исторической школы в системе литературоведческих учений в России. Я, на самом деле, думала очень много над вопросом, принадлежит ли Алексей Веселовский культурно-исторической школе, либо он принадлежит сравнительно-историческому литературоведению. Да, потом да. Я почитала очень много книжек, поняла, что он принадлежит и тому, пользовался и тем методом, вот, ну, о чем я уже говорила. То есть культурно-историческая школа — это у него, можно так сказать, от Александра Николаевича Пыпина, а вот сравнительный исторический метод, которым он пользовался. То есть это вот вопросы неясные, они возникают и нуждаются... Но они возникали на самом деле у меня только в силу того, что у меня еще не было достаточно глубинного, вот полного охвата материала, но на самом деле есть и учебник Бельчикова академической школы в русском литературоведении, и Данильный сравнительное литературоведение, и энциклопедический, литературно-энциклопедический
энциклопедия терминов и понятий Николюкиной, поэтому вот на самом деле там прямо есть глава об Алексее Веселовском у Бельчикова прекрасная, и вот прочитав это, возможно, на самом деле сориентироваться. В любом случае, вот хотелось бы, чтобы действительно звучали работы, на которые опирается докладчик в основу. Опять же, я в данном-то докладе рассматривала не культурно-историческую школу как таковую и не факт приверженности Алексея Веселовского той или иной школы, а именно работу его с перепиской, и переписка вот сейчас готовится к публикации, она просто вот была в архивах, поэтому непосредственно Веселовский... Спасибо, интересно, конечно, молодцы вы, что вы смелые, что вы идете с докладами, это такая проба сил, и очень важно, конечно, уже утверждение себя вот перед микрофоном, перед аудиторией. Кстати, микрофончик ваш что-то не очень вас сегодня подводил, пропадал звук. Я не знаю, как у других, может быть, у меня... Возможно, это, скорее всего, у меня у одной, потому что интернет, наверное, вот просто проблемы дистанционного, так сказать, образования, обучения. Спасибо большое, спасибо. Коллеги. Мне кажется, что мы все много вопросов новых перед собой поставили, и мне кажется, что наши молодые ученые тоже очень много получили вопросов интересных интенций, наводок, и думаю, что в дальнейшем, если они будут этой темой заниматься, этими проблемами, это может перерасти в хорошие, интересные научные публикации. Спасибо. Да, Алексей Владимирович, спасибо. Как вы думаете? Ну да, да, я-то совсем согласен, сейчас просто хотелось услышать мнение участников. От себя лично я хочу поблагодарить Андрея Львовича, потому что это, так сказать, сегодня закладной камень положен нашей школы, которая получила такое громкое название «Школа молодого ученого», и поблагодарить хочется Татьяну Владимировну, которая была инициатором этого проекта. И, наверное, те, кто присутствовали, увидели, что страшного ничего нет, потому что в личных беседах со мной некоторые студенты говорили, что ну, раз молодые ученые, это уже от аспирантуры там и выше, вот. А у нас сегодня присутствовали второкурсники, много третьекурсников, и оказалось, что ничего страшного нет, и все очень полезно, да, кто-нибудь из третьего курса? Ну-ка, Влада Сальникова, скажи нам, пожалуйста, как понравилось нам? Не зря мы тут собирались. Влада, а? Да, было очень интересно, спасибо большое. Вот, спасибо. Еще кто-то выскажется? Давайте только смелее нам заявки подавайте на следующие темы. Темы же очень интересные, разнообразные. Да, Татьяна Владимировна, прошу напомнить тогда перспективы наши. Ну, вот смотрите, у нас, конечно, вот мы предлагали несколько форматов, то есть если делать это раз в месяц, да, вот такой мастер-класс, приглашать ученого видного, который мог бы, в общем-то, сделать такой эталонный доклад для нас, для всех, и потом вот студенты подключались бы, то это, конечно, 5 февраля мы всех ждем на семинаре «Икона и религиозная картинка в свете фольклора». Прошу прощения, что опять фольклор, но это наше все, все-таки азы. Спикером выступит кандидат филологических наук, заведующий сектором фольклора и народного искусства Государственного института искусствознания Людмила Витальевна Фадеева. В принципе, можно расширить, если, допустим, «Икона» как-то кажется вам достаточно узкой, возможно, и вообще визуализация в литературе и фольклоре, и тут уже есть где разгуляться, да, так сказать, побольше пространства. Тут уже думайте сами, заявки присылайте, есть почта, куда можно прислать заявки. Ну вот такая генеральная линия – это вот икона, религиозная картинка, да, в свете фольклора, в свете литературы. Да, ну, кстати, здесь, может быть, кто-то подготовит по Буслаеву работы, потому что как раз Буслаев себе совмещал исследователя словесности и крупнейшего исследователя иконы. То есть, чтобы мы здесь немножко почувствовали себя не только, так сказать, исследователями текста вербального, но культурологами, можно, собственно, тогда даже не расширять куда-то далеко, а посмотреть на сам феномен иконы как текста. Сейчас очень важно то, что предложила Татьяна Владимировна, потому что тема серьезная, и нужно, чтобы уже сегодня, к 5 февраля, мы попытались, может быть, 2, а то и 3 доклада подготовить молодежи. Спасибо.
Да, и смелее смотрите, пожалуйста, литературу, потому что литературу действительно нужно знать, надо понимать, на чьих плечах мы стоим. Историография — это наша, конечно, такая очень важная часть работы. И у самой даже, у Людмилы Витальевны Фадеевой есть книга, она вышла, по-моему, год или два назад, «Говорящие иконы», вот как-то так она называется, можно ее еще посмотреть, чтобы более глубоко понимать, о чем пойдет речь. И как вообще Людмила Витальевна работает с этим материалом, то есть ее методики посмотреть, это тоже очень интересно и полезно. Вот. Да, я могу даже вот материал предоставить моего учителя еще, Владимира Владимировича Кускова, который, в общем-то, известен в нашем вузе как специалист по древнерусской литературе, он автор учебника, одно время у нас его использовали, не знаю, как сейчас, в МГУ сейчас используют, но он, мало кто знает, был и специалистом по иконе, по древнерусской архитектуре даже. Но эти книги Кускова были малотиражные, поэтому вот можно... Да, вот нам что-то показывает сейчас Андрей Львович. Сейчас я... Людмила как раз книгу. А, книга, которая будет в следующий раз, да, у нас? Это «Икона и книжная легенда в русском фольклоре». А, вот как она называется. «Икона и книжная легенда». Да, ну зафиксируем, может быть, успеем прочитать до 5 февраля. «Икона и книжная легенда», да. Вот, ну, все, да, прощаемся, да? Все, благодарим Андрея Львовича, тоже машем ручкой. Да. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо всем, спасибо. Напоминаю, 12-го у нас конференция по ФЕТу. Всего доброго. До свидания, до свидания, до свидания, до свидания. Пишите нам на плату Академии все вопросы, мы вам расписание наших мероприятий будем высылать. Спасибо, Алексей Владимирович. Спасибо большое, спасибо, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. До свидания, до свидания, до свидания, до свидания. Так, Маша Акимова нам что-то скажет, мы не услышали ее голоса, хотя бы поприветствовать нас от имени Института мировой литературы, понимаешь, вот, да. Так, вот и Лена тоже к Норе. Я могла сразу подключиться, как-то я так периодами, вот, потому что у нас параллельно шла конференция филологии и школа, тоже очень важная, вот, и тоже такая, можно сказать, впервые в Zoom, вот, но на следующее заседание планирую вот звонка до звонка. Ну, слышно тебя хорошо, ты была не одна из зеленоградских, вот Влада Сальникова у нас тоже из Зеленограда вела трансляцию. Зеленоград был представлен, так. Интернет работает, да. Вот. Спасибо большое. Спасибо Тамаре Дмитриевне, спасибо Елене, спасибо. И другой Елене спасибо, и Роману спасибо, всем спасибо. Спасибо, Алексей Владимирович, спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания.